Я посмотрела ролик, который как раз записывали руководитель этого парка Зубков и его напарница, как кормили вот животных. Вот эта женщина, вот видите, как она поманила, значит, животных курицей. Она походила по мосту, покормила, подразнила, что якобы она кормит вот этой курицей, чтобы спровоцировать животных на драку. А дала им кусочек. Еще раз я покажу, как она провоцирует, значит, животных. Сейчас еще раз посмотрим, как она провоцирует животных. Так, курочку. Вытаскивай, тетка, курочку. Давай. Давай, тетка, курочку. Вот руководитель, вот Зубков сидит. Здесь снимает Таня. Вот. Вот она снимает. Сейчас она увеличит. И вот эта тетка будет вытаскивать из сумки. Вот, смотрите, сейчас она... Вот, она вытаскивает курицу и кладет ее в сумку. Подразнила, значит, и смотрит по сторонам, чтобы никто ее не заметил, не увидел. Вот. Понимаете? Я записала этот ролик, и одновременно, пока этот ролик грузился в Ютубе, я нашла ролик этих вот провокаторов «Кошкин дом». И сейчас я вам покажу, как они провоцировали, значит, львов, вот, чтобы они дрались. Вот она сейчас кинет маленький кусочек рыбки, и тигры начнут... Какая ты красавица! Да, да, красавица. Сейчас они провоцируют на драку. Вот она кинула маленький кусочек рыбки, вот, и сейчас будет драка между животными. Так, сейчас, вот, сейчас смотрите, как будет, вот они снимают, видно. Вот, смотрите, вот, устроила драку, драка между животными, спровоцировала маленьким кусочком, чтобы тигры, львы, вернее, дрались. Вот, я им написала под роликом. Пока у меня грузился этот самый, я под этим роликом вот написала текст. Значит, что первый раз я написала? Я им написала, вот, зачем вы провоцируете животных, чтобы они дрались? Либо кидайте больше корма, мясных продуктов, либо не делайте этого. Вы специально провоцируете животных, чтобы снять кошмарные ролики про тайган. Это мерзко. Животные живут в мире и согласны, в согласии с людьми. Их прекрасно кормят. Я не работник этого парка львов. Просто объективно смотрю на провокаторов, которые потом снимают ролики для своих подписчиков и льют грязь в адрес вот этого тайгана, я имела в виду. Посмотрела ролик, где тетка с мужиком дразнили львов курочкой, а потом ее положили в сумку, а львам кинули маленький кусочек, чтобы львы начали драться за этот кусочек. Олег Зубков находился с животными, и взрослые львы и львицы пошли за ним. Он их гладил, снял, стоял рядом. Они периодически подходили к нему. Все ушли за ним от посетителей парка. Вы как провокаторы. Значит, тут они пишут, люди пишут, и они тоже пишут. Посетители удивляются, что львы голодные, а мы этому почему-то совсем не удивляемся, потому что для тайгана это норма. Значит, они пишут о том, что
для тайгана это норма, что животные голодные. Я им второе сообщение пишу. Вот, я пишу им второе сообщение. Какую хрень пишете? Животных кормят прекрасно. Я вообще к парку не имею никакого отношения. А провокаторы, которые дразнят животных курочками, а потом кидают на 50 львов маленький кусочек рыбки, устраивают драки между животными, снимают ролики, чтобы потешить своих подписчиков, а, возможно, и собирают донаты с подписчиков. Это подлость. Мне вон три плюса поставили. Так они не успокоились, а они мне ответили. И как вы думаете, что они мне ответили? Вот, они мне ответили и дали ссылки на свои ролики. Подлость – это повторять сплетни Алексагиной. Подлость и глупость. И вот они мне скинули 9 ссылок. 9 ссылок, продолжение, еще и еще. Вот как они кормили животных, дразнили, как они некоторые дрались, а в некоторых они, значит, все-таки кидали какой-то корм. Я сейчас потихоньку, когда этот ролик запишу, потом я буду потихоньку открывать и другие ролики и показывать вам, снимать. Я считаю, что это провокаторы, вот это кошкин дом, которые провоцируют животных, значит, чтобы они дрались. Вот, обратите внимание, как дерутся животные. Так, подождите, тут что-то это не то попало. Сейчас, секунду. Вот, вот, посмотрите. Значит, животные сейчас... Вот, они стоят на мостике. Сейчас они будут снимать, как животные для своих подписчиков. Они вот сейчас будут снимать, как... И тут и пишется: «Тайган, львицы подрались». Посетители увидели у Лолиты кровь. Так эту кровь, эту драку вы и учинили, господа, кошкин дом. Вот, сейчас я еще раз покажу, как они будут вот эти животные драться. А наверху вот эти черти, вот, черти с этими, вот, смотрите, какая драка. Специальная драка, специально спровоцировали эту драку, чтобы животные дрались и чтобы они были ранены. А эти чертилы с кошкиного дома, они, значит, снимают ролик провокаторский и, значит, у них подписчиков 6 где-то с половиной. Вот я им поставила минус. Вот, я еще раз показываю. Вот, вот, снимаю. И вот опять ставлю минус. На этот ролик я им поставила минус. Видите, еще раз. Вот, убрала. Вот, поставила. Понимаете? Я поставила им минус. Чтобы они знали. Вот. Чтобы они знали. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала под роликом, есть расчетный счет. Я этих кошкинок, кошкины дома, я не имею никакого отношения к этому парку. Я просто объективно смотрю на ситуацию, но они провоцируют вот этих животных на драку. Ведь Олег Зубков выходит вот в эту саванну к тиграм. Он не боится вот этих тигров. А вот эти черти, которые устраивают вот такие драки, провоцируют животных драться между собой, это не есть хорошо. Я считаю, на них надо подавать в суд, на этих кошкин дом. Это первый ролик, который вот я говорю. Они мне скинули 9 их. Вот я еще раз показываю. Они мне 9 роликов, вот. Вот, скинули 9 роликов. Я обязательно сейчас посмотрю. Вот, видите,
Вот, они мне скинули вот эти 9 роликов. Я буду сейчас смотреть. Вот первое, то, что они спровоцировали, это их вина. Вот на них надо по этому ролику подавать в суд на них, на Кошкин дом. Это мое мнение, я считаю, что надо подавать. На месте вот Зубкова, на месте вот, вот руководства вот этого парка, я считаю, что надо подавать на них в суд. И они будут наказаны. Я так считаю. Я обязательно любым способом, но я сообщу, значит, Зубкову о том, что вот, вот это провокаторы, это надо подавать на них в суд. Я обязательно любым способом, но донесу до них вот эту информацию.